Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın ərazilərinə hərbiçiləri göndərmək cəhdləri hərbi cinayətdir. Bu fikirləri Rusiyada yaşayan həmyerlimiz, politoloq Fərad İbrahimov bildirdi. Politoloq həmçinin Ermənistan tərəfindən minalanmış ərazilərin xəritələrinin Azərbaycana təhvil verilməməsi məsələsinə toxundu. Ну, безусловно, это военное преступление, потому что то, что Армения отправляет своих военнослужащих, мало того, еще отправляет их в гражданской форме, вообще не важно, какой форме, гражданской или военной, отправляет на чужую территорию, де-факто и де-юре признаны азербайджанской республикой, являющейся азербайджанской республикой. Это, конечно же, преступление. И я уверен, что Армения должна нести ответственность. Сам факт появления любых военнослужащих, кроме российских миротворцев, на территориях, которые под контролем, в том числе Азербайджанской республики, говорится лишь о том, что здесь Армения ведет себя вызывающе преступно. За это, вне всякого сомнения, Армения должна принести наказание. Это очень важный момент. 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 Это очень важный aktiv hesab edirsə, bu addımlar da çərçivədə olmalı. Bununla da Ermənistan mina xəritələrinin təhvil verilməməsi ilə yanaşı, həm də öz hərbiçilərini bu torpaqlara göndərmə cəhdləri ilə məsuliyyətsiz ölkə olmasını xarakterizə edir. Если Армения считает себя ответственным актором международных отношений, она должна себя вести соответствующе.